Всем привет! Сегодняшний обзор про солнцезащитный крем от компании Badger с барсуком с SPF 35. И это, как я помню, наиболее высокий показатель у данной компании 35. Конечно, в идеале нужно покупать 50, выше просто не бывает, а те, кто пишет, все это рекламный ход, но составы у тех средств, у которых SPF, защита SPF 50, очень плохие. Эта компания выполняет свою продукцию полностью из сертифицированных и натуральных продуктов. Вот как здесь написано, 100% сертифицированные натуральные и 98% органических ингредиентов. Здесь активный ингредиент – это окситцинка 22,5%. Затем в состав входят воск, масло жожоба, масло семян подсолнечника. Что там еще? И натуральный витамин Е. Пробую в первый раз, тоже заказываю от этой компании в первый раз, но отзывы у них очень хорошие. Единственный момент, держится, это водостойкий солнцезащитный крем, но держится он недолго, то есть необходимо его наносить через каждые 2 часа, не реже, чем каждые 2 часа. Что тут? Про состав я вам уже сказала. Покупала с той целью, что вот-вот скоро куда-то поедем отдыхать, и обязательно нужен будет крем. Потому что до этого я почему-то крема не брала, даже если у нас был какой-то такой не пляжный отдых, а активный, в любом случае загорали, потому что ходили очень долго в день, по 10, по 12 часов, и все-таки кожа очень страдала. Попробуем, пока не могу, к сожалению, сказать, у нас погода совсем не солнечная. В упаковке 87 мл, она достаточно большая, приятная, плотная, крышка тоже отличная. Упакована, я думаю, что цвет обычный белый. Очень плотный крем. Там его тяжело надавливается. Обычный такой белый, белой консистенции. Ничем абсолютно не пахнет. Жирный. Нужно наносить за 15 минут до выхода на улицу. Хорошенько растереть, чтобы не оставалось белых пятен. Отлично. Можно наносить на лицо и на любые другие участки тела. Совсем ничем, хотя чем-то пахнет, но запах такой. Он, кстати, я специально покупала без всяких ароматизаторов. В принципе, так оно и есть. На этом обзор закончен. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео, и всем пока!